Доброе утро, уважаемые телезрители! С вами, как всегда по утрам, Ольга Золотая. И сегодня мы поговорим о том, как человек смеется, о чем говорит его смех, какие черты его характера можно узнать, наблюдая за тем, как весело или очень так нежненько он хохочет. Итак, приготовьтесь. Если во время смеха вы держитесь за подбородок, то это значит, что какого бы вы ни были возраста, вы сохранили черты юности. То есть это человек юный, веселой душой, и он все воспринимает по-детски. Если же вы смеетесь, запрокинув голову назад, широко открыв рот и совершенно не обращая внимания на то, как вы выглядите, это говорит о том, что вы широкая душа и немножко капризная, немножко своевольная, позволяете себе то, что не могут позволить себе другие люди. Если же вы, когда смеетесь, прикрываете слегка ладошкой рот, это говорит о том, что вы скромный человек, вы стесняетесь, ну или уж совсем ужасно, у вас плохие зубы. Если когда вы смеетесь, вы касаетесь рукой лица или головы, то это говорит о том, что вы мечтатель. Это не плохо или не хорошо, но у вас очень много всяких разных грез, и порой вы воспринимаете реальность не совсем такой, какая она есть. Когда вы морщите нос и смеетесь, это говорит о том, что все ваши взгляды и все ваши чувства часто меняются. Вы человек эмоциональный и очень непоследовательно в своих проявлениях. Если вы смеетесь громко, раскрыв рот, а иногда и даже машете руками, то это говорит о том, что вы человек темпераментный, подвижный. Ну и вам хорошо бы вообще приобрести немножко сдержанности. Если вы наклоняете голову во время смеха, то это говорит о том, что вы человек сердечный. И вы привыкли приспосабливаться к ситуации, и как бы с этим наклоном головы вы проверяете, так ли вы делаете или не так. А еще часто люди, когда смеются, прищуриваются. И если это свойственно вам, то это говорит о том, что вы человек уравновешенный, уверенный в себе. И знаете, такой прищур, он несколько такой дает оценочный взгляд. То есть своей уверенностью вы еще и оцениваете ситуацию. Ну, а если у вас нет какой-то особой манеры смеяться, то это говорит о том, что вы человек, который очень яркий индивидуалист, и он всегда руководствуется своим собственным мнением и особенно не прислушивается к мнению других людей. Вот, собственно, и все. Смейтесь себе на здоровье, но помните, что по манере вашего смеха кое-кто может очень много что-то о вас узнать. Всего хорошего и смешливого вам дня!